Всем привет! Сегодня сделаем вот такой вот эксперимент. Как все у меня произошло, об этом далее. Привет, народ! Продолжаем наши опыты. Чушки нет, есть вот такая вот банка. Но на нее индукционка срабатывает. Смотрите. Ставим. Все, индукционка заработала. Пошел дым, как вы видите. Пока выключаем. Ну, и вот с ней будем продолжать. Пытаться повторить эффект Мельниченко на индукционке. Лак, конечно, через время сгорит. Это понятно. Но может быть за это время удастся что-то получить. Какую-то прибавку. Пока он будет гореть. Да, думаю, ненадолго хватит этой катушки. Да, она, наверное, попросту сгорит. А какого-то изоляционного материала я не нашел. Ну, нету у меня. Нужно ехать покупать. Но хочется проверить. Знаете, как желание что-то сделать, но к этому нужно подготовиться. А готовиться лень. В общем, получилось примерно витков 50-60. Сейчас добавим диод в схему. Ну и лампочку. Я, наверное, лампочку добавлю, это 12-вольтовую, потому что 220, мне кажется, может и не загореться. Так, это у нас диод. Теперь осталось лампочку припаять. Так, припаяли лампочку. Я думаю, внутрь емкости все-таки налить воды, потому что она будет очень сильно греться. Сейчас добавим. Думаю, полбанки хватит. Подключил вольтметр. Хотя, конечно, он ничего, наверное, толком не покажет. Ну все, давайте пробовать. Включаем индукционку. Так, вот она включилась. Ну и запускаем нашу конструкцию. Ух ты, гляньте, как лампочка загорелась. Лампочка-то горит. И вода греется. Смотрите. Неплохо горит. Сейчас, если получится измерить напряжение. Так, шкала 200 вольт, 47 вольт. Заработала все-таки конструкция, смотрите. Вольт. Так, давайте мощность уменьшим. Где-то, ну, 400 ватт. Ну, она выключилась, понятно. Так,
400 Вт. Она просто сейчас будет включаться, выключаться. Сделаем такой режим, как бы. То есть в чем смысл опыта? Смысл опыта в том, что при том же токе нагрузки будет греться и вода у нас, и будет гореть лампочка. То есть, как понимаете, ну как это можно проверить? Это можно проверить только если подключить амперметр ко входу катушки и это самое, и измерять, подключать лампочку и отключать, и при этом делать измерения, меняется ли как-то показания амперметра. Вот тогда мы поймем, есть ли прибавка или нет. Еще можно попробовать вторую лампочку сюда поставить, намотать, может быть, побольше витков, и это если у нас 40 вольт, то где-то еще больше витков и поставить на 220, тогда эффект будет получше. Лампочка, кстати, на 15 ватт, она горит сейчас, по-моему, даже больше, чем 15 ватт. Ладно, ребята, вот такой вот у нас опыт получился, довольно-таки неплохой эксперимент. Буду пробовать что-то делать дальше. Жду от вас советов. Всем пока. Киловатта. На всю врубил индукционку. Вода сейчас закипит. Ну, боюсь, что и провод. Интересно, он горячий? Знаете, провод такой же температуры, как и вот эта вот кружка. То есть он не обгорает, на удивление. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы сейчас вот кипятим воду практически, и при этом у нас еще горит лампочка. Вот так вот. Да, хотелось бы амперметр подключить, но уже не в этот раз. Сейчас дождемся, пусть вода закипит. Сорок вольт переменки, она на постоянке что-то есть. У нас-то тут же диод стоит, поэтому измерения, скажем так, некорректные. Я еще боюсь, если я сейчас его отставлю от индукционки, он покажет еще меньше. Давайте отставляю. Может, даже индукционка наводит напряжение. Сколько ж тогда вольт? 33. Руку подносишь, он больше показывает. Ну, в общем, тут измерение делать рядом с индукционкой – это показание. Так, ну все, вот прошло у нас, ну сколько, минут 5. Все, вода кипит, лампочка горит. Я думаю, все-таки на ней не 40 вольт, она бы уже сгорела бы. Лампочка на 12 вольт.